Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Филиппов, и сегодня мы находимся на розыгрыше второго раунда нашей большой лотереи от компании Solar Group, в рамках которой у каждого из вас есть возможность выиграть целый набор ценных призов. И главный наш приз – это электроавтомобиль от компании Solar Group. Каждый из вас может его выиграть. И давайте посмотрим, какие счастливчики у нас будут сегодня в рамках нашего второго раунда. Прежде чем начать сам розыгрыш, я напомню о наших условиях. Напомню, что первый раунд у нас уже прошел, и мы оглашали списки победителей месяц назад. Там у нас было целых 50 победителей. Второй раунд у нас аналогичный. Здесь у нас также будет сегодня 50 победителей. Из них 49 человек у нас выиграют инвестиционные доли. В зависимости от того, сколько инвестиционных долей у них уже есть, они получат плюсом к своим долям еще какое-то количество долей. Например, со 2 по 9 место к вашим инвестиционным долям, которые у вас оплачены, если вы оказываетесь в списке победителей, у вас прибавится целых плюс 100% долей. Например, у вас было 1 000 000 долей, и плюс 100% это еще 1 000 000 долей. Да, призы действительно у нас в этот раз щедрые, и я думаю, что именно это одна из причин успеха нашей лотереи. Она действительно помогает нам сейчас привлекать больше инвестиций, чем мы делали ранее, поэтому это работает, и здорово, что это работает в обе стороны. С одной стороны, это помогает проекту привлекать больше инвестиций, с другой стороны, она помогает вам выигрывать ценные призы и делает инвестиции немного более приятными, веселыми и выгодными для вас. Я напомню, что наша лотерея беспроигрышная, и даже если вы сегодня не окажетесь в списках победителей, вы все равно получите выгоду от участия в лотерее, потому что каждый человек, который получает лотерейный билет, получает также и кэшбэк 10% на свой инвестиционный счет. Например, мы даем один лотерейный билет за каждые 100 долларов, которые вы проинвестировали в проект, неважно, это новый инвестиционный пакет или это оплата рассрочки. Соответственно, вы инвестируете 100 долларов, получаете один лотерейный билет, и 10 долларов вы получаете на свой инвестиционный счет, и эти деньги доступны для ваших будущих инвестиций, опять-таки для покупки новых пакетов, для рассрочек и для всех других инвестиций. Но самое главное, конечно, это наш победитель сегодняшний, который получит плюс 150% долей к тем, что у него уже есть, и главное, электробайк Liberty, который оборудован двигателем, совмещенными обмотками Славянка, и кому-то из вас он сегодня достанется. Если же говорить про будущий этап лотереи, то у нас уже сейчас действует третий этап лотереи, где у нас аналогичные условия, поэтому вы можете принять участие и в третьем раунде, получить один из ценных призов или получить кэшбэк, о котором я сегодня сказал. Ну и, конечно, у вас есть шанс побороться за электроавтомобиль. Как у нас будет разыгрываться сам электроавтомобиль? Электроавтомобиль будет разыгрываться в нашем финальном, можно сказать, в четвертом раунде, в таком суперфинале. В этот суперфинал у нас попадают те, кто становится обладателем призов в одном из трех первых раундов. У нас в каждом раунде по 50 победителей, итого 150 человек, и среди них будет разыгрываться автомобиль. Но не только среди них. В каждом раунде у нас есть также те, кто набрал наибольшее количество лотерейных билетов. Лотерейных билетов может быть не ограничено, и, например, если вы инвестируете 1000 долларов, у вас 10 лотерейных билетов. Топ-100 участников, топ-100 обладателей лотерейных билетов в каждом раунде также переходят в суперфинал. Итого, в суперфинал у нас выходят 450 человек, и среди них мы будем разыгрывать уже после Нового года, в начале 2024 года, электроавтомобиль, и желаю вам удачи, возможно, он достанется именно вам. Ну а сейчас я предлагаю перейти непосредственно к розыгрышу. Я напоминаю, что розыгрыш у нас происходит с помощью такой программы, как генератор случайных чисел. Именно она нам укажет на тот лотерейный билет, который оказался в выигрыше. И давайте начнем разыгрывать сначала с 30 по 50 место, где у нас плюс 25% долей начисляется к тем долям, которые у вас уже есть. Давайте начнем.
Так, ну что, смотрим на первых победителей, поздравляем их. И хочу вам напомнить, что список всех победителей у нас будет опубликован на нашей специальной страничке в личном кабинете, где у нас есть условия лотереи. Там вы сможете увидеть весь список. Обязательно попросите своих друзей тоже это сделать. Может быть, они не будут смотреть это видео, не будут смотреть розыгрыш, но найдут себя в списке победителей. Там же у нас будут обладатели топ-100 мест по количеству лотерейных билетов. Они у нас тоже выходят в финал. Так, ну что, смотрим на победителей, еще раз их поздравляем. И скоро мы уже перейдем к розыгрышу главного нашего приза – электробайка. И знаете, недавно прочел в чате, что, мол, зачем мы дарим байки, зачем мы дарим электроавтомобили, тратим на это деньги, лучше бы эти деньги направить на строительство. И хотелось бы сказать, напомнить, что мы ничего не делаем просто так. Мы вкладываем эти деньги в такой маркетинг, для того, чтобы привлечь еще больше денег. И вы сами видите счетчик, вы сами видите, какими темпами приходит финансирование. Поэтому, в том числе благодаря лотерее, благодаря таким инвестициям в маркетинг, мы привлекаем еще больше инвестиций для проекта. Поэтому все эти расходы, все эти наши инвестиции, они в разы окупаются и как раз таки позволяют привлекать инвестиции в строительство. Ну что, отлично, первый розыгрыш у нас завершен, с 30 по 50 место, плюс 25% долей. Переходим к следующим участникам, к следующим местам, это уже с 20 по 29 место. Поздравляем победителей! Этот розыгрыш у нас тоже завершается. Теперь у нас идет розыгрыш с 10 по 19 место. И здесь уже плюс 75% долей к уже оплаченным долям. Давайте посмотрим, кто у нас окажется победителем. Смотрим на очередных победителей. И знаете, я считаю, что очень важно, когда подобные акции, подобные лотереи проходят в таком ключе, когда это выгодно всем участникам процесса. Да, с одной стороны, есть инвесторы, то есть вы, и вам выгодны такие акции, вы охотнее инвестируете, оплачиваете рассрочки, потому что кому-то интересен кэшбэк, кому-то интересно побороться за некоторые призы, и все это делает ваши инвестиции выгодными. С другой стороны, то, что приходит большее количество инвестиций благодаря этим усилиям, это делает выгодные проекту. Поэтому здорово, когда у нас есть такая схема работы, когда определенные действия выгодны всем сторонам. Поздравляем победителей и идем дальше. Теперь у нас розыгрыш со 2 по 9 место. И здесь, как я уже сегодня говорил, плюс 100% инвестиционных долей будет подарено тому, кто у нас окажется в выигрыше. Давайте посмотрим. Хочу вам напомнить, друзья, что эта лотерея – это не только возможность лично вам сделать ваши инвестиции еще более выгодными, побороться за ценные призы, но если вы партнер, если вы продвигаете проект, вы можете использовать лотерею как инструмент, потому что, возможно, кто-то из ваших клиентов, потенциальных инвесторов давно раздумывает об инвестиции в проекте, но им чего-то не хватает для того, чтобы сделать первый шаг. И вы всегда можете к ним обратиться и сказать: смотри, сегодня ты можешь не просто проинвестировать, а еще выиграть электроавтомобиль, получить кэшбэк. И знаете, для многих это действительно является аргументом сделать первый шаг здесь и сейчас.
Ну что, вы увидели победителей. Это были первые 49 подарков, которые мы сегодня разыгрывали. И сейчас мы разыграем самый главный приз в рамках нашего второго раунда. Это электробайк Liberty и плюс 150% инвестиционных долей к уже оплаченным. Давайте посмотрим, кому сегодня улыбнется удача и кто заберет главный приз. Ну что, поздравляем! Поздравляем победителя, поздравляем его за то, что у него теперь есть такой замечательный транспорт, как Denzel Liberty, электромотоцикл с двигателями, совмещенными обмотками «Славянка». И 150% долей – это замечательный подарок. И я думаю, что те, кто занял сегодня, а все остальные 49 мест, тоже очень рады. И теперь они понимают, что участие в лотерее для них прошло не зря, как и для остальных участников, поскольку все остальные получили у нас кэшбэки за лотерейные билеты, об этом тоже сегодня говорил. И это очень важно, как я считаю, что в нашей лотерее действительно все в большом плюсе, в том числе проект. И помимо вот этих призов, которые люди получили, они у нас выходят в суперфинал. Среди них будет разыгрываться автомобиль, а также, как я и говорил, обладатели топ-100 лотерейных билетов во втором раунде, которые тоже выходят в суперфинал. И сейчас вы видите их на экране, их имена. Возможно, вы видите именно себя. Поздравляю вас! 150 победителей у нас добавляются в суперфинал, плюс те 150, что уже были. Итого уже 300 участников уже у нас есть в нашем суперфинале. Напомню, что сейчас декабрь. Сейчас у нас идет третий раунд розыгрыша лотереи, поэтому у вас все еще есть возможность принять участие в розыгрыше одного из ценных призов, а также получить кэшбэк, ну и, конечно, перейти в суперфинал и побороться за розыгрыш главного приза электроавтомобиля Чанган от компании Solar Group. На этой прекрасной ноте, я думаю, что на сегодня мы можем с вами это видео завершать. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, что оно доставило вам много положительных эмоций. И увидимся в следующем розыгрыше, уже следующего, третьего раунда, ну и, конечно, на розыгрыше суперфинала. Всем спасибо и до скорых встреч!